Ой, блин, времени совсем мало. Давай! Пошел ты! Так, так. Чё у нас тут? Фонарик это хорошо. Срань, а что у нас? Последняя контрольная точка у нас тут. Ой, блин, времени совсем мало.
швабра, нафиг швабра. Бананы, блин. Срань господня! Thank you.
Не знаю, как насчет этого. Бывало и лучше. Так. Будто и без того не было жутко. Зомбрекс. А, у тебя получилось, мужик. Ой! Не держи зла, друг. Думал, что ты зомби. Уж слишком ты там ноги подволакивал. Ты бы лучше взбодрился. Тебе тоже нужен зомбрекс? Мне так очень. Не, я тут это, ну, по делу. Я Гарри, а ты, блин, кто? Ник Рамос. Ты здесь работаешь? Можешь мне помочь? Здесь? Не в этом смысле. Я работаю на одного большого человека. Помогает, отчаялся. Так он жулик. Но! Зачем так грубо? Предпочитаю говорить авторитет. Так оно звучит приличнее. Короче, мне надо забраться туда и добыть боссу один трупешник. Знаешь что, давай-ка ты туда залезешь. Заберешься через крышу и впустишь меня. Я знаю, где там держат зомбра. Можешь мне, а я тебе. А сам чего не залезешь? Как хочешь. Не хочешь, зомбрекс? Не мои проблемы. Может, свидимся, пацан? Ладно, стой. Договорились. Хорошо. Вот, в порядке одолжения, Ник. Сейчас покажу одну штуку, может пригодиться потом. Это от чистого сердца. Так, гляди вон на тех зомбаков. Глядишь? А теперь... Сейчас будет самый смак.
Теперь полезай туда и впусти меня. Все время вырубается прямо посреди. Да, босс? А? Нет, сэр, я как раз туда карабкаюсь, иду. Уже наверху, все путем. Куда ты карабкаешься-то? У них есть Сомбрекс. Били мозгами. Там, кажись, фургон был. Заберись на него, что ли. Ну не тупи ты. Иду, иду. Нет! О, нет! Так, что, машину надо взять? Так, что тут? Фигово.
где пушка-то? И тормоз, тайник, или как? Давай-ка к той морозилке. Все, проходим. Где палка-то? Сейчас возьму дубинку. Где дубина-то, блин? Thank you.